3 июля в манеже «Красная звезда» первый заместитель министра спорта региона Иван Колесник и президент футбольного клуба «Иртыш» Сергей Новиков представили команде нового главного тренера. Им стал российский специалист Валерий Петраков. Он известен своей успешной работой с рядом команд премьер-лиги и ФНЛ. В минувшем сезоне руководил пермским клубом «Звезда». Мы долго обсуждали итоги сезона с руководством клуба. И было принято такое решение, что нам нужно поменять стиль игры, стиль подхода. И поэтому была предложена кандидатура Валерия Юрьевича Петракова, который известен своим эмоциональным стилем, достаточно жестким. И, наверное, сегодня это нужно команде. Он умеет замотивировать, умеет задать тон игры. Он неоднократно совершал подвиг, он выводил различные команды на достаточно высокий уровень, он выводил томскую команду в премьер-лигу. И, конечно, под те задачи, которые сегодня мы ставим перед клубом, наверное, это самая подходящая кандидатура. Валерий Петраков рассказал игрокам о своих планах и требованиях, представил основные направления предстоящей работы. Омск достаточно спортивный город, прекрасная хоккейная команда, чемпиона страны. Поэтому есть хорошие футбольные традиции Омска, Иртыша. Поэтому нам нужно постараться возродить эти традиции. А самое главное, чтобы была заинтересованность болельщиков. Приходить на стадион, болеть, поддерживать свою любимую команду. Поэтому нам нужно сейчас создать хороший костяк команды, взять своих лидеров. Вот, и показывать хороший организованный атакующий футбол. Сейчас руководство клуба работает над тем, чтобы усилить состав и провести качественную работу по подготовке к сезону. Очень важно, что сегодня клуб поддерживается губернатором Омской области Александром Леонидовичем Бурковым, который ставит для спорта самые высокие задачи. Мы будем их выполнять. И, конечно, очень еще нужно много сделать как для повышения качества игры команды и для создания более хороших условий для команды. Мы будем над всем этим работать. Далее Валерий Петраков провел первое тренировочное занятие. В ближайших планах команды контрольный матч в Новосибирске. В нем за Иртыш сыграют несколько новых футболистов.